Адрес Лермонтова, 15. Мужчина неопрятной внешности набирает номер квартиры. Полицейские знают, в этот подъезд он идет неспроста и осторожно следует за ним. Мужчина останавливается на 4-м этаже у дверей квартиры. По оперативным данным, в ней нелегально торгуют спиртом. Мужчина и не подозревал, что совершил контрольную закупку. В руках вещдок, 200 миллилитров прозрачной жидкости. Отпираться не стал, сознался, что в квартире ему продали спирт. Следом в сомнительную квартиру, где только что реализовали алкоголь, отправляется сам участковый уполномоченный. Но пообщаться со спиртоторговцем не удалось. Дмитрий Александрович, здрасте. Здрасте. Только что мужчина заходил к вам. Вы ему реализовали алкогольную продукцию и количество 200. Вот ожидаемая реакция. Знаешь, сейчас у лица, которое приобрело данный спирт и содержащую продукцию, мы процессуально изымем этот спирт, отправим его на исследование, установим качество данной продукции. И будем осуществлять процессуальные действия в отношении лица, которое осуществило продажу спиртосодержащей продукции. Соседи подтверждают, в этой квартире спиртом торгуют давно и уже не раз сообщали об этом в полицию. Посетители туда идут и днем, и ночью, шумят и прямо в подъезде распивают спирт. Пьяные, у нас же вот коляска внизу стоит. Там постоянно гадят. Такие товарищи встречаются. Порой даже вытаскиваю сама. Порой спят здесь. Вызывала сколько раз наряд. Сейчас-то что? Первые-то годы. Тут зайти было нельзя. У нас и покойников сколько было в подвале. Вытаскивали не один раз. Жильцу квартиры, который продал алкоголь, грозит административная ответственность и штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За повторную продажу алкоголя наказание будет более суровым. Там речь пойдет уже об уголовной ответственности. Елена Архарова, Алексей Вепрев. Специально для ТВ «Коряжма».